Кухня ЖКХ. Еле теплые батареи, холодная горячая вода. Все это знакомо, и к этому невозможно привыкнуть, пусть и повторяется это каждый год. У нас сегодня в гостях гендиректор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Будем разбираться, почему холодно и можно ли уменьшить счета за такие услуги. Первый вопрос, Максим, почему дали всем отопление, а в итоге все равно мерзнем? При включении сразу во всех домах давление падает. Дома начинают остывать, потому что движения теплоносителя внутри дома нету. То есть вы с утра встали, радиаторы отопления вроде они теплые, а к вечеру уже все холодное. Не стесняйтесь спрашивать у управляющей компании параметры. Второе, иметь терпение, когда начинается отопительный сезон, потому что не сразу при открытии задвижки и дом поехал, и все у него хорошо. Третье, смотреть за состоянием своих жилых помещений. То есть это нормально, когда идет утепление дверных и оконных проемов. А параметры, про которые вы говорите, это что? На вводе в дом, в каждом многоквартирном доме, в рамках действующего законодательства, должен стоять прибор учета отопления. Он в автоматическом режиме фиксирует параметры теплоносителя, это температуру и его давление. Все параметры передаются в ресурсоснабжающую организацию, в управляющую компанию. В управляющей компании можно запросить распечатку. И, соответственно, если температура теплоносителя не соответствует температурному графику, который утвержден с ресурсоснабжающей организацией, или если нет определенного нормального давления или его перепада, можно говорить, что услуга по отоплению представляется некачественно. А если в одной комнате батареи греют, а в другой нет, то причины, наверное, уже внутри дома искать надо, да? Бывают проблемы у управляющей компании. Управляющая компания обязана производить спуск воздуха, потому что идет завоздушивание системы, потому что впереди теплоносителя, как правило, идет воздух. 2-3 дня идет постоянная регулировка. Горячая вода тоже может, соответственно, с параметрами своими плавать в это время. Если мы пару дней потерпели, Максим, ничего не изменилось, уже домашние шмыгают носом, в том числе и питомцы, что делать? Вы можете обратиться в управляющую компанию. Управляющая компания придет, замерит температуру воздуха. Если она не соответствует нормативным стандартам, вам выдается акт на руки. Дальше этот акт предъявляется виновному лицу. Это может быть управляющая компания, если у нее в ненадлежащем состоянии находится внутридомовые инженерные коммуникации. Да? Второе – это параметры на вводе в дом, что бывает преимущественно. Такт уже предъявляется в ресурсоснабжающую организацию. Помимо всего прочего, на основании жалоб граждан, это у нас бывает часто, мы берем эти акты и сами направляем ресурсоснабжающую организации с просьбой сделать перерасчет гражданам. Ну и стоит напомнить, что температура в квартире должна быть не ниже 20 градусов, в угловой комнате от 22. Если ниже, можно вести речь о перерасчете. А на нашей кухне сегодня был генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Максим Маньков. Кухня ЖКХ.